Главная политическая новость дня. Президент России выступил с обращением, в котором изложил свое видение изменений в пенсионном законодательстве. Если кратко, повышение пенсионного возраста Кабмин считает единственным эффективным способом сохранить систему. Однако глава государства внес ряд предложений в законопроект. Например, для женщин срок должен быть увеличен не на 8, а на 5 лет. Кроме того, на переходный период возраст получения льгот, причем не только федеральных, но и региональных, сохраняется прежним – 55 и 60 лет. Какие меры поддержки будут получать жители Самарской области нового предпенсионного возраста, расскажем далее. О своем решении выступить с обращением по пенсионной реформе глава государства объявил во вторник во время совещания в Омске с министрами социально-экономического блока. Владимир Путин подчеркнул, что тема изменений в пенсионной системе на сегодняшний день наиболее острая. В среду президент в своей получасовой речи констатировал, повышение пенсионного возраста – единственный эффективный путь сохранить пенсионную систему и поднять выплаты. Владимир Путин предложил внести в законопроект ряд поправок. В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет, до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Ну так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Кроме того, раньше на заслуженный отдых должны уходить многодетные матери. Для шахтеров, работников горячих цехов, химпроизводств, чернобыльцев и ряда других категорий возраст также предлагается не повышать. А еще для коренных малочисленных народов Севера. Для людей, которым предстояло выходить на пенсию в ближайшие 2 года, необходимо установить право оформить ее на 6 месяцев раньше нового срока. Особые условия должны быть предусмотрены для тружеников села. 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии, если стаж работы в отрасли более 30 лет. На переходный период будут сохранены федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю, а также региональные меры поддержки. На территории Самарской области все меры поддержки и льготы, которые имеют пенсионеры, сохранятся. Они будут применяться к людям, достигшим возраста 55 и 60 лет. То есть они в полном объеме сохранятся для людей той же возрастной категории. Люди будут получать эти льготы. Это важнейшие льготы, касающиеся и оплаты услуг ЖКХ, капремонта, проезда в общественном транспорте, приобретения лекарств и так далее. Они будут касаться людей, достигших возраста 55 и 60 лет. На территории Самарской области будет именно так. Сейчас в Самарской области создается новая система мер социальной поддержки. В условиях трансформации пенсионной системы особое внимание будет уделено людям пенсионного и предпенсионного возраста, подчеркнул глава региона. Анна Ивахина, Александр Каракулько, Роман Опарин. Новости губернии.